сыграла, где команда Enjoy в очередной раз проиграла, на этот раз команде МГУ, которая тоже не сильно радует победу. И с нами Андрей Клетаев. Здравствуйте, Андрей. Добрый день. Да, Андрей дал 3 тройка в концовочке и по ходу игры забивал. Один из снайперов турнира. Было дело. Да, говорит, было дело. Узнаем позднее, сколько он забил. Может, при статистике. Андрей, тренируешь бросок? Ну, уже, наверное, лет 20 этим занимаюсь. В чем залог успеха точного броска? Я думаю, в темноте, когда сумерки приходят, кольца не видно, да, только сеточка, если она белая. И она от фонаря, ну, скажем так, от фонаря, если занимаешься на улице, она отсвечивает, можно кисть подтаскать. А что происходит с командой? Выиграть никак не можете. Никто из игроков не может сказать, и главное, вылечить команду. Я думаю, у нас просто вопрос объема, турнир летний, мы собираем, скажем так, объем, опять же, беговой подготовки, плюс чуть-чуть тактику подтаскиваем, у нас в основном пару комбинаций максимум на игру, и вот в этой игре мы свою комбинацию почти выполнили на половину. Ну, ты-то точно выполнял свою комбинацию? Ну, я через раз попадал, сначала, пока вошел, опоздал сегодня. Ну, как-то три мимо, потом три подряд там, потом одна мимо, одна. Опять залетела. Ну, как бы, команда дает, если возможность, бросать свободно с 8 метров, я это делаю. Понятно. То есть, а комбинации, которые были в сезоне, они сейчас отсутствуют, да? Нет, мы, как бы, часть оставили, некоторые эволюционировали. Но мы стараемся так, поезд быстро, чтобы не шел, потихонечку, чтобы ребята с второй команды тоже подтягивались и не чувствовали разницу между первыми коллективами и вторыми, потому что у нас смешанный пополам. Ты в сезоне гонял за то же самое Enjoy, да? Да, я играл за то. А как оцениваешь успехи команды? В четверку не вошла? Ну, по составу, я считаю, у нас побольше амбиций должно быть. По, как бы, самой игре, ну, натиск марки мы не выдержали. Это команда крепенькая, она на опыте. Так мы шли вроде нормально, готовились как раз к финалу четырех. Ну, вот как-то подсели к решающей восьмерке, и марки проиграли именно в встрече. Ага, какие планы на следующий сезон? Я в Enjoy пока, как бы, мне нравится в меру, но бывают моменты, конечно, которые расстраивают. Там, но я думаю, это только чтобы игроки подтянули свою индивидуальную подготовку, а потом как-то мы все будем играть в команду. Спасибо, давай, удачи.